Итак, всем привет, Арсений. Вопрос такой интересный у меня возник, точнее проблема. Проблема не проблема, но по крайней мере нужен совет специалистов. Это не реклама, не антиреклама, просто сложившийся факт. В общем, вот такая магнитолка пионеровская, двухканалка, выход, провод у нас пошел на усилитель. Усилитель у нас находится сзади. Вот, в принципе, провода все подключены правильно. Ну, не первый усилок, в принципе, подключаю. Вот, здесь у нас через вот такие штукенции вот, подключено, получается, к усилителю. Вот. Из динамиков оставил подключенные только один ДИН. Вот, и то подключил напрямую мимо кроссоверов, которые мимо твиттеров, без всего. То есть, грубо говоря, включив сейчас магнитолу на максималку, звук должен быть хотя бы, потому что... Сейчас, секунду. Да, усилитель у нас Audio-Nova. Где он тут? Вон он. Audio-Nova. Четырехканальник, 4 по 100. Вот. Новый, ни разу не пользованный. Зарядили его на место свое, подкрутили, все, ждал звука. Но звук максимальный я сейчас сделаю. Буду находиться в прямой видимости рядом с динамиком. Могу сказать, что силовые провода... Так, плюс у нас идет сейчас напрямую на аккумулятор. Минус, так как это провода, времянка у меня сейчас висит. Все эти сопли, которые позже будут убираться все внутрь. Но убираться будет только когда разберусь с проблемой усилителя. Тогда уже и провод напрямую кину на аккум минусовой также. Вот, ну и сейчас вот по факту вот проблема такая, то что подключили все провода, все сделали, все красиво, аккуратно, но максимальная громкость у нас получается. Как видите, громкости нету вообще. Вот. В чем может быть проблема? Посоветуйте, порекомендуйте. Не надо, конечно, говорить, что первоначальный усилок говно и не стоит его вообще было брать. Там или еще чего-то, негатив какой-то совершенно ни к чему, потому что собирается бюджетная музыка. Данный усилок по отзывам себя бы достаточно хорошо оправдал. Вот. Не грешу на усилок. На провода, которые идут от магнитолы до усилка, тоже не грешу. Провода у нас динамик стоит так же, как и в принципе Дины, которые сейчас заряжены вон там. Вот. Провода у нас акустические, по крайней мере. Вот эти пробовали, меняли, толку никакого. Вот землю протянули, массу протянули, все подключили, но никаких изменений нету. Крутилки на самом усилке также все крутил, вертел туды-сюды. Ну, максимум это в допустимых нормах менялось изменение звучания, но самой громкости как таковой я не увидел. Скажите, подскажите, в чем проблема, что может быть. Очень хотелось бы нормальную музыку доделать у себя все-таки. В Нивушке. Всем пока, жду комментариев.